Накануне аттестацию прошли сотрудники центральной администрации. Работников районных управлений проверили на знание законов, должностных обязанностей и прав. Так называемый экзамен профпригодности принимала комиссия, в составе которой мэр курорта и его заместители. В Сочи создана хорошая материально-техническая база, отмечает Анатолий Пахомов. И важно, чтобы эксплуатировалась она профессионально и достойно. На сегодняшний день в работе некоторых чиновников есть недостатки. Нет такой задачи уволить. Если люди будут сегодня подготовленные, будут знать свои обязанности, будут нам как бы рассказывать о своих планах, и мы будем видеть, что чиновники готовы работать качественно, эффективно, то им бояться нечего. Проверка профпригодности пройдет во всех районах. Всего будут аттестованы 804 муниципальных служащих. По итогам первого тестирования двое сотрудников мэрии уволены. Троим предложено пройти переаттестацию. Имена не прошедших экзамен чиновников передаются в средства массовой информации.